Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами канал Юбилейные Монеты. Спасибо большое, что вы смотрите мои видео. А сегодня на обзоре будет у нас 15-й президент Соединенных Штатов Америки Джеймс Бьюкенен. Это политический деятель, демократ, 15-й президент США. Будущий глава государства родился в 1791 году в Пенсильвании. До поста президента имел большой опыт в политике. Был депутатом парламента штата. Представлял Пенсильванию в Конгрессе и Сенате. Занимал должность министра иностранных дел. Служил посланником в России. Затем в Великобритании. Подписал первый американо-русский договор. Номиналу монеты, как вы поняли, 1 доллар США. Тираж данной монеты составляет 73 миллиона штук. Примерно. Выпущена это была монета 19 августа 2010 года. На аверсе монеты изображен портрет президента Джеймса Бьюкенена. Над портретом у канта монеты надпись «Джеймс Бьюкенен». В нижней части в одну строку написано «Мы верим в Бога» на английском языке. И написано «15-й президент Соединенных Штатов Америки». В должности президента он был с 1857 по 1861 год. На реверсе у нас изображение стандартная статуя свободы. Возле канта написано «Соединенные Штаты Америки», 1 доллар номинал, такая монета. Как вы видите, монета в отличном состоянии, из мешка. Она уже находится давно у меня в коллекции. В общем, ребят, такая монета. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. До скорых встреч!